Всем привет! Выехал с утра сегодня. Классное вообще настроение. Не знаю почему. У меня сегодня супер-мега зачетное настроение. Пока мне его никто не попортил, с работы не звонили. Плюс 4 показывает Гелендос. Не знаю, насколько он себя чувствует. Наверное, на плюс 4 и чувствует. Значит, что хотел рассказать. Всех опять взбаламутил, как всегда вообще. Позвонил Тиму, всем. Всем тем, кто отличается на сайте тем, что пишет стишки, клипы делает в стиле рэп. Так как с Нагана что-то у нас тема так и не проканала, в итоге я, короче, так на него и не вышел. Ни на Гуфа, ни на Нагана, ни на Сяву, там вообще ни на кого. Ну, не захотели с нами контактировать, значит, будут просто нами любоваться. Короче, придумал, знаете, что сделать? Давайте замутим клип такой, как, я не знаю, как визитная карточка драйва. Дорогой, хороший, классный клип. Уже поговорил с Тимом там и так далее. Значит, надо придумать реально классную, хорошую текстовку, прям достойную. Смысл в клипе должен быть следующего характера. Ну, приблизительно в общих чертах. Слеганцухи за жизнь, слеганцухи за машины. Много про драйв, да? Какой у нас сайт, что... Сколько времени он у нас забирает, да, сил, но сколько он при этом дает? Сколько положительных эмоций он дает, отрицательных, да всего. Что за люди заходят, кто регистрируется, кто приезжает на тусовки там и так далее. Ну, короче, дерзайте, у кого есть маза в каких-то разных текстах, можете прям выкладывать здесь, будем читать, будем лепить. Думаю, к открытию сезона уже заснять клипец. Надо разговаривать с господином Болтовым. Примерно просчитал бюджетик. Ну так, двадцаточка выходит долларов. Но это хороший клип, это зачетный. Всякие уго будут прям курить бамбук. Все, что, настроением хорошим поделился с вами. Реально прям классное настроение. Прям еду, прям энергия прет. Хочу похавать. Поеду сейчас позавтракаю. Всем привет, пацаны.